Я только что сделал медовичок из наливного теста без раскатки. Он оказался таким маленьким, что меня все обругали. Я расстроился и пошел, сделал еще одно тесто, но уже тесто классического медовика. Все описание этого теста я оставлю под видео. Сейчас температура у него примерно около 35-38 градусов. Вот такое оно пластичное и уже к рукам не липнет. На всякий случай, у меня есть мука, я его слегка вот так подмешу. Да, идеальное тесто, муки больше не нужно. Вообще, я не хотел делать классический медовик не потому, что его долго делать или сложно, а потому, что мне нечем было раскатывать. Но сейчас вы увидите, я нашел новую раскатку для теста и опробую ее. Слегка вот так подмешу, чтобы не было ни промесов, вся мука прошла в тесто. Упс. Это тесто такое же, как и то, оно сделано на свином смальце. Работаю без весов. Слегка вот так, вернее не слегка, а хорошо их округляю, чтобы потом было удобнее их раскатывать. Я вот так раскатал по размеру противня тесто толщиной около 2 мм. Делаю проколы и выпекаю медовичок на классической температуре 180 градусов. Вот такая красота получается. Вот такие прекрасные заготовки для медовика получаются. И посмотрите, одна заготовка проколотая, я ее прокалывал, чтобы она не пузырилась. Вот такая ровненькая. Вторая не проколотая. Обе одинаково не пузырятся. Хорошенькие. Мне нравятся. Дегустация медовика с классическими коржами, то есть коржи с раскаткой. Аромат очень нежный, намного нежнее, чем был без раскатки. Не знаю почему, но он утонченный. Не слабый, а утонченный. Очень хорошо вилочкой отделяется. О, да. Итак, кому видно разницу? Мне ее очень сильно видно. Смотрите, вот эти коржи медовика без раскатки. Они тягучие, как будто бы поплыли. Такое чувство вязкое. То есть совершенно не классический вкус медовика. А вот здесь, гляньте, какие здесь коржики. Как это все и мягкое, и в то же время рассыпчатое. Угу. Самая большая тайна. И этот медовик сделан по одному и тому же рецепту, из одного и того же теста. После выпечки на пергаменте этого медовика, пергамент просто в утиль выбрасывается. После выпечки этого, пергамент снимается идеально, на нем можно сделать минимум еще один медовик. И там один и тот же крем из самой простой псевдо-сметаны. Если вам понравился мой обзор на медовики, ставьте вот такие огромные-огромные лайки, потому что это и правда супер классный тортик. Всем нравится, ну, а мне тем более. Подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место.